Приветствую в загадочном доме Блиц, любители тайн. Игра эта выступает в жанре поиск предметов. Причем создатели не стали усложнять задачу игрока ненужными сюжетными перипетиями или побочными заданиями. Для начала устрою краткий экскурс по меню. Сверху меню игрока. Оно поведает о вашей личной статистике, достижениях. В общем, не бесполезная информация. Справа на экране нашлось место рейтингам и достижениям. Первый укажет ваше место в мире загадочного дома, а вторые покажут текущие достижения. Снизу увидим бонусы. О них подробнее в процессе игры. Что ж, попробуем и поиграть. Одна за одной перед вами предстают комнаты загадочного дома. В каждой комнате множество предметов, которые необходимо отыскать как можно быстрее. Их список доступен справа. А сверху неумолимо истекает шкала времени. Время выйдет, закончится игра. Если отыскать предмет, но никак не удается, воспользуйтесь бонусом. Компас подскажет, где скрывается следующий. Бомба отыщет несколько за вас. Время добавить 10 секунд. Играть можно просто в удовольствие или соревнуясь с друзьями. Для этого и необходимы рейтинги. Но в любом случае, каждая новая комната добавляет азарта процессу, как и сложность. Предметов нужно отыскать все больше, а времени на это остается все меньше. Загадочный дом Блиц – классное развлечение для детей и взрослых. И убедиться в этом может каждый. Игра доступна бесплатно, без всяких скрытых условий. Мне понравилось. Пойду поиграю еще. Пока!